Привет! С вами Тору, вы на канале Nissan Race, и мы продолжаем прохождение игры по Токийскому Гулю, и настало время побочной истории операции по уничтожению семьи Цукияма, побочная история отряд Куинксов. Оставшиеся Куинксы продолжают сражаться без Хайса. Мощный Гуль со способностью к регенерации останавливает их продвижение. Куинксы продвигаются и устраняют гулей уже без Хайса Сасаки. Беру на себя передовую линию. Муцуки, на тебе фланги. Есть. Куинксы явно стали сильнее и уничтожают всех гулей на своем пути. Идем. Есть, Сирогин. Недолго, видимо, они уничтожали гулей. Не отставай. Похоже, Понятно, поехали. А в общем, нам нужно захватить это здание. И это у нас меч, ведь, да? А, возможно. Будем потихоньку снова привыкать к геймплею. Пускай там Канеки разбирается. А у нас здесь уже свои проблемы. Но учитывая, какой бой был у Канеки, у нас тоже, по идее, должен быть не особо простым, да? Канеки там точно пришлось нелегко, но еще бы. А я же за него играл-то, еще бы ему легко было. Так, погоди. У меня как бы хилок нету, погоди. Не так шустро. Не успеваешь привыкать к геймплею за разных гулей, квинксов, следователей. Оно-то хорошо, разнообразие. Но, блин. Каждое новое задание это... разный персонаж. А хилок-то по-прежнему у нас нигде нету. А, ладно. Что сейчас было? Просто что сейчас было? Что происходит с камерой? Что происходит вообще со всем? Ну ладно, не суть, не важно. А, понятно. Видимо, была возможность для скрытой атаки, но что-то пошло не так. О, кстати, хилка. Вот от этой штуки я бы не отказался. Использовать пока, возможно, ее еще рановато, но пускай будут. Вот этого гуля допинаем, и, наверное, можно будет похилиться. Он-то нам уже ничего не должен сделать. Было бы еще не... О, все, стамина появилась. Ну вот, теперь-то можно и с чистой совестью похилиться. Гранаты тоже лишними не будут. Подозрительно, что не появилась никакая маленькая заставочка о том, что сюда уже кто-то приперся. А, как же без этого? Ладно, поехали. Гранаты тоже я сливать на вот этих тварей не буду. Мы лучше дождемся подходящего момента, когда появится вот тот самый гуль с регенерацией, которого нам обещали. Да я и... пробуждение до этого момента, видимо, буду экономить.
мне еще бы попадать. Чё-то хилок здесь вообще зажали на этом задании. Одну пока мы получили за все время. Ты в порядке? Спасибо за помощь. Огромное спасибо. Впереди мои раненые союзники. Вы поможете? Вас понял. Вариант так себе, но выбора нет. Ну, в одном из заданий мы этим уже занимались. Так что примерно понятно, как все это работает. Ну, здесь уже можно и гранаты использовать. А, типа, почему бы как бы и нет? Твою ж да мать! Точно как в Код Вейне бэкстебы выполнены. Типа, шаг влево, шаг вправо, и нет атаки. Дополнительный. Если в Код Вейне я к этому более-менее привык, то здесь еще нет. А, вот, подвезли все же хилку одну. Уже хорошо. Ага, там еще и гранаты валяются. Давайте, гранаты нам точно пригодятся. И где там те раненые следователи-то валялись? Спасти их нам нужно 3 штуки. Пока я не наш... А, так вот, 3 двери как раз. Значит ли это, что... Здесь один из них. Да, вон он. Ясно, 3 двери, 3 следователя, прям все сходится. Так, погоди. Вот хилку тратить вот здесь в моих планах точно нету. А придется, видимо. Ладно. Ну твою-то мать, ну не трогай, ну подожди немного. Спасибо. Вот тут да. То чувство, когда искусственный интеллект прислушивается к тебе. Так, еще 2 нам осталось. Ну, нам ничего сложного, 2 двери. Особо блуждать не придется. Понятно. Так, погодите. Давайте сначала разберемся с камерами. Во, а теперь уже можно и гулей погрезать. Ну, будем надеяться, наши тиммейты там справятся. Где? Стоп, а... Где следователь-то? Ладно, допустим. Допустим, что в этом помещении его не было. У нас там одна дверь остается. Ну да, здесь его нету. Но здесь я его тоже как бы не особо вижу. И это тот самый сильный враг, которого гранаты почти убили? Серьезно? Серьезно? Вот, сильный враг, действительно, да, прям сильный. Понимаю. Видимо, очень был сильный враг. Разум слился от гранат. Так, я все понимаю, но где мои следователи? Ладно, вы там разбирайтесь, я пошел их искать. Вот, минимум одного нарыл. Ну, конечно. Окей. Эх, все-таки гранаты штука хорошая. Так, и там еще один лежит, да? Так, стоп. Не так быстро.
То есть помимо этого еще где-то одного придется искать. А хилок-то нету. Абсолютно. И нам еще того гуля придется пинать. Так, окей, но где-то же здесь он лежал, вот он лежал. А можно мне его все-таки? Нет, пока всех не добьем никак. Ну ладно, допустим, хорошо. Ну что, последняя дверь и последний следователь. А не был ли я здесь случайно? Нет, судя по гранатам, не был. Или все же был? А, по-моему, был. Или все же не был? Ладно, не суть. Сейчас будем разбираться. Был или не был. Хилок нету, вот это проблемка. Причем довольно серьезная. Может, вы все-таки, не знаю, сделаете что-нибудь с вон теми шипа? Их можно разбить, но откуда им знать? Им и так, я смотрю, неплохо, да? Вы же не собираетесь ничего разбивать там? М? Ну да, им абсолютно норм. Полезные тиммейты. Полезные, максимально полезные тиммейты. А вот здесь я не был уже, скорее всего. Ох, твою ж, последний. И вот тут сейчас начнутся проблемы. Проблемы с вспоминанием, где я был, где я не был, куда мне... Ну, о, здесь я точно не был. Вот здесь уже не ошибешься. Хилок нету, можно меня потом кто-нибудь все же похилит, не? Я бы не отказался от небольшого хила. Типа, как бы все, конечно, хорошо, но... На этом за... Блин, меня хотели похилить, но я что-то убежал. С хилками на этом задании большая у нас проблема. Ну, похиляйте. Ну, спасибо. Да наконец-то, да неужели? То чувство, когда свершилось чудо, и тиммейты все же были полезными. Они хотя бы один раз похилили. Так, ну нам еще можно идти мимо камер. И, наверное, туда нам и нужно пробираться. Ну да, все как бы к этому и сводится. Но кто нам даст так просто пройти, да? Да. Это опять тот самый сильный враг, который умрет от гранаты, не? Будем надеяться, что да. Черт, какое препятствие, через которое не может Винкс пройти. Стулья. Это все. Они просто его остановили, и он не смог пройти дальше. Винкс на самом деле очень сильные персонажи, но стулья их главная слабость. А вот через стол, наверное, он сможет пройти. И нет. Стол тоже сильнее Квинкса. Просто их к такому не готовили. И вот он итог. Не, ну действительно. Казалось бы, что мешало перепрыгнуть через стол и стулья, но нет. Не в этот раз.
Опа. Опять эта хрень. Можно хилку? Потому что я как бы умираю немножко. Вот прям самую малость. А, ну. Просто ясно, понятно. Вот с чем-чем, а с хилками здесь. Однозначно что-то зажали их. Ладно. Раз такое дело, можно и гранату бросить. Только вот здесь что-то вот все враги, которые были помечены как сильные враги, они от гранат получали куда больше урона, чем вот этот враг, который, ну, вообще не как сильный враг помечен. Это как-то слишком странно. Красный призрак. Ну все, давай, вставай. Пункт назначения — крыша. Понятно. То есть сейчас и будет бой, да? Ну ладно, бой-то будет. У меня хилок нету, алло. Какой нафиг бой? Я немножечко к этому не готов. Надо, к нам еще до крыши и добираться придется. Понятно. А вон и две хилки. Что? Да тут пожар. Из-за дыма ничего не видно. Будьте бдительны. Я ж сама бдительность. Правда, без хилок немножко, но... Кого, когда это останавливало? Ой, где вы? Этот мусор мешает пройти дальше. Попробуем как-нибудь его обойти. Пробовал я однажды пройти по крыше, но что-то у меня ничего хорошего из этого не вышло. Погодите, мусор это, конечно, хорошо, но там где-то хилку я видел. Вот я бы с большим удовольствием ее лутнул. Господи, пока они... Да под... ну хиляй! О, в тиммейты! Спасибо. Не с первого раза, конечно, но... А вроде как справились. Снова стулья, которая главная помеха и главная слабость Уинксов. Так, вон, вижу подъем уже. Ну, оставляю все на вас. Я, пожалуй, пошел. Куда я пошел? Так, стоп, а действительно, а куда я пошел-то? Интересно, а так это сработает? Да, так это работает. Обойти мусор, чтобы что? Чтобы куда? Чтобы сюда? Видимо, да. Наверное, сюда нам... А, вон хилка, все. Точно, сюда нам и нужно было. А, ладно, допустим. Немножко гранат еще никому не вредили. Вчетвером-то справимся же, да? О, боже ты мой. Не пойду я в огонь доп. Атаку проводить. Гуль высшего ранга, блин. Это чувство, когда даже гранатой попал. Я все еще коплю пробуждение, точнее как коплю, храню пробуждение в надежде на то, что действительно сильный гуль все же появится. Тот, который с регенерацией-то. Ну, что-то пока им тут и не пахнет абсолютно. Так, ну, тоже не похоже на гуля с регенерацией прям вообще. Ай.
немножко газа. Может, все-таки мы будем наносить чуточку больше урона. Как вы на это смотрите? План-то вроде как хорош. Господи, ох уж эти гиганты в замкнутых пространствах. Так, ну что, а вон проход дальше, да? Три хилки я сохранил. Четыре, пять. Славно, одну можно использовать. Так, гранаты. И вот она, насколько я понимаю, крыша. Или еще нет? Нет. А, похоже. Неужели это... Ой-ой-ой. Сирадзу! Задержи его! Муцуки! Есть! Наши шансы стремятся к нулю. Убить неизвестного... Нора, вот кто это. Так, погодите, вы здесь немножечко не в тему. А, прям вот самую малость. Так, погодите. Погодите. Вы вот, блин, совсем тут не в тему. Тут и без мелочи вот прям норм. Так, держи-ка бомбу с газом. Ух, да до чего же вы здесь не в тему? А вот без мелких вот этих тварей, как будто... Ну, серьезно. И геймплей в итоге сводится не к победе над боссом или чем-то подобным, а вот... горению от вот этого дерьма мелкого, которое постоянно прибегает. Не надо так. Ладно, пойду я туда. Пойду я брошу в него немножко гра... у меня их нету. Понимаю. Да чё ты здесь шатаешься? У меня нету этих гранат-то. С газом. Которые мне как бы очень не помешали бы. Ну вот попытались мы его вчетвером зажать, так? Но... у нас... кое-что есть. Небольшой сюрприз для этой твари. А. Держу в курсе, это был режим пробуждения. Ладно, допустим. Я серьезно вот сейчас... Как я ультанул не в ту сторону? Как это вообще было возможно? Что это было? Вы серьезно? Персонаж просто развернулся и ультанул в никуда и в ничто? Серьезно? Вот серьезно? И это даже не шутка, да? Ой, кстати, а как насчет горения? Что-то он не горит. От слова вот совсем. Ему плевать. Не, немножко вроде бы горит, но это не точно. Потому что... не особо-то я урон замечаю. А если я ничего не сделаю, все погибнут. Так все, он же уже... Твою ж, я забыл, я ж пинал его. Уже и... да, он хилится один раз.
Один раз он возрождается. По-моему, за Канеки я тогда играл, когда его пинал. Но это не точно. Не, вроде бы да. За Сасаки, если быть точнее. Все, последняя. Так, давай попадать будем. Ничего сложного ведь нету. Так, все, теперь бы я предпочел свалить оттуда. Классно вам в нокауте, да? Давай, давай, резай всех. А я пока, не знаю, буду его пинать потихонечку. Очень потихонечку. Может, ульту тогда бью себя. Я жду просто, когда они добьют его до момента, когда можно доп. Атаку будет сделать. А там, наверное, мы его и запинаем. Просто пробить его защиту. Вот, все. Я думаю, здесь-то оно уже и отъедет. Должно, по крайней мере, оно здесь отъехать. Все. Вот тот самый гуль со способностью к регенерации. Еще. Еще. Еще, еще, еще. Умри, чудовище! Пуль хватит? Если и это нипочем, я не знаю, что делать. Вот это мне досталось. Сохраняй спокойствие и дыши. С нашими способностями к регенерации такая травма пустяк. А если я вот так умру? Глупости. Что же вы молчите? Сирадзу, где все? Кто-нибудь, подайте голос. Никого? Понятно. Так тихо. Я что, здесь умру? Мне страшно. Страшно. Мне так страшно. Не бойся, мы рядом. Нет. Нет. Не смей умирать! Отряд Квинксов потерпел сильные потери. Несмотря на скорбь, они не потеряли решимости. Они переживут гибель Сирадзо и станут сильнее. Я надеюсь, Сирадзу умер не потому, что я им играл. По-прежнему никаких редких ресурсов нету. Но мы получили 6-й трофей. И насколько я понимаю, скорее всего, это будет играбельный персонаж, нет? Или все-таки нет? Открыта территория в режиме кампании. Да лучше бы играбельного персонажа мне подбросили. Ну а на этом, ребят, все. Спасибо за просмотр и пока.